Всем привет! Хочу вам сегодня показать, что я купила вчера во Львове себе из растений новенького. Ну, первое, не знаю, может, это и глупая покупка. Вот я не смогла удержаться, смотрите, и купила себе кустик клубники. Вот он с ягодами. Эти ягодки меня просто подкупили. Я подумала, что Мирославе будет очень понравится их скушать, прям с кустика сорвать, потому что в этом году у бабушки с дедушкой на клубнику мы не попали. Ну, в общем, этот кустик, вот, посмотрим, получится у меня его сохранить до весны, и вообще, есть ли перспектива, чтобы эти ягодки созрели. И тут еще у меня, смотрите, цветочных много, почек вот в серединке тоже, если присмотреться, видно. Ну, в общем, если вы выращивали на подоконнике в горшке, напишите, получилось ли у вас. И второе, это смотрите, вот кустик розмарина у меня в горшке. Вот такой вот небольшой кустик я купила за 20 гривен. Надо мне его пересадить, и посоветовали ему обрезать верхушку, чтобы он у меня ветвился и кустился. И вот еще хочу показать вот этого красавца. Его я приобрела там же, но где-то месяц назад. Это вереск. Не знаю, у меня слабость последние годы перед вересками. Я, когда мы бываем в Карпатах, все время вырываю себе несколько веточек, и потом целый год они у меня стоят на кухне на столе. И вот решила приобрести. Тоже нужно его пересадить. Уже купила землю для азалий. Единственное, что у него каждый день очень сильно пересыхает грунт. Вот смотрите, я его поливала сегодня, и опять он уже наполовину сухой. Но внизу, смотрите, видите, месяц он у меня стоит, и вроде бы все прекрасно себя чувствует. Я его опрыскиваю каждый день, а то бывает и два раза в день, и поливаю обязательно. Это вот из моих приобретений. И хочу вам показать, как у меня гранат поживает. Ох, опять у нас эту плитку делают. Посмотрите. Не знаю, видно вам, тут как солнце ярко светит. Всем привет! Вот такие у нас растения тут стоят на балконе. Вот клубника. Тут есть и спелые. Вот такие красивенькие, маленькие. Вот сегодня я буду пробовать какую-то тут выберу. Я выбираю сорвать вот эту. Ну, вот такая она. Красивая, с хвостиком. Вкусная хоть? Вкусная, сочная. Ну, попробовать дашь? Thank you.
Ла-ла.